непонятное для нашего уха. И тем не менее, оно прочно вошло в жизнь тех, у кого дома живет четвероногий питомец. Вы можете не посещать вместе с любимцем специализированные салоны, но сами того не зная, проводить дома процедуры, которые называются этим термином. Груминг – комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак и кошек. Может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида вашего питомца при подготовке к выставке или другим соревнованиям. Профессиональный специалист по грумингу – грумер. В английском языке существует слово groom – конюх, то есть изначально глагол to groom означал ухаживать за лошадьми. Позднее это понятие стали использовать в этологии – науки, изучающие поведение, обусловленное инстинктами. Кстати, не только поведение животных, но и человека. Этологи называют грумингом действие, направленное на чистку тела. Умывание, вылизывание шерсти, водные процедуры, избавление от паразитов – все это объединяется в понятие груминга. Существуют процедуры и для других питомцев – попугаев, морских свинок, рептилий. При первом посещении салона выбирайте самую простую процедуру. Понаблюдайте за тем, как работает с вашим питомцем мастер и как реагирует на его действия животное. Франшиза. От французского «франшиз» – льгота. Это покупка готовой бизнес-идеи, уже опробованной на практике и подтвердившей свою эффективность. Также франшиза – это сама бизнес-идея, которую предоставляют как бы в аренду. У коммерческого проекта, который становится франшизой, полностью выстроена бизнес-модель. Это значит, что в ней все продумано, просчитано и проверено в деле. От ассортимента до фирменного стиля. А торговая марка, бренд, название уже раскручено, узнаваемо. Если еще проще, то франшиза – это возмездная, то есть не бесплатная передача лицензии на ведение состоявшегося успешного бизнеса. К нему можно присоединиться на особых условиях, чтобы строить свое благосостояние на уже готовом фундаменте. Создатель и владелец франшизы, который продает лицензии на использование своей бизнес-идеи – это франчайзер. Бизнесмен заключает договор с франчайзером и становится франчайзи. В этом качестве он становится официальным представителем бренда на рынке. Фактически действует от его имени. Плюс франшизы. Надежная страховка от неудачи на рынке. Не нужно искать бизнес-идею, которая не провалится. Право пользоваться узнаваемым брендом с хорошей репутацией. Полный пакет инструкций о том, как выстроить бизнес. Минусы франшизы. Высокая цена на франшизы, и чем привлекательнее бренд, тем дороже будет франшиза. Франчайзи должен строго следовать бизнес-модели франшизы. Каждое нововведение необходимо согласовывать с владельцем франшизы. Купить понравившуюся франшизу можно в онлайн-каталогах франшиз по самым разным направлениям бизнеса. От продовольственных производств до барбершопов. От ресторанов быстрого питания до магазинов товаров для животных.